Ты уверен, что он не разорвался? Уверен. А почему мы стоим так спокойно здесь? Он залез до конца. Да. А вот кассета. Это вот направление, четко на Дебальцево, оттуда долбили. Кассеточка. Это из-под урагана. Ну, я уже Г произношу мягко. Еще кому? Да, Порошенко гандон, что мы продавать, он сам об этом знает. И привет ему с Макеев, и скоро к нему в гости пойдем. Да, целоваться будем. Вот этот Укроповский откуда? С Дебальцево. С Дебальцево? Да, с 278 высоты. Там целую колонну их распиздячили. Две группы работала наших из Астуяри. У нас кипиш, я понимаю, должность. Командир. Первый отдельный батальон мотострелков. Раньше была третья рота Царяк. Ну что вообще было? Может, как в двух словах попасть? Что происходило здесь? Каша была. Бесилова, они пытались прорваться с Дебальцево. Ага. Ничего у них не получалось. Так, а... Оперативно работали, блин. Это мы где сейчас находимся? Что такое? Это Лозовое. А там дальше, туда отсюда километров 11, Нижнее Лозовое. А Годвиново где? В той стороне. Ага. Туда ехать надо. А это? То есть котел-то все-таки был? Был, да. Ну, распиздячили его.